А вот так вот выглядят Альпы с облаками, с высоты птичьего нашего полета. Так вот Наташа выглядит. Снежины нашего сидения. Снежины, да. И вот облака. Облака, Альпы. Красоте. Заходящее солнце. Тут я понимаю, красиво. Ну, видно хорошее. Видно хорошее, да. Не Тищенко какой-нибудь, а хорошее. Альпы. Это даже, это больше, чем Альпы, это Тирольские Альпы. С каких пор мы стали большим приверженцем Тироля? С таких самых пор, как в пятом классе изучал немецкий язык и знал, что самые меткие стрелки в вермахте это были стрелки, которым... Зачем вы на меня навели? Которым называли... Я даже пристреляться не успел. Эдельвейс, да, в форму. Тирольские Альпы – это известное место боев Второй мировой войны. Набор сегодня 10 мая. Мы летим в Вильнюс. Вот так выглядит Тироль. Заканчиваешь, да? Посмотреть в окно без камеры. Да, сейчас. Так оно маленькое. Сейчас облако на нас набежит. Оп, набежало. Все.